Бывший генсек ОДКБ, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров перечислил свои причины поражения Армении в ходе боевых действий в Карабахе. Главная ошибка, которая привела к поражению в войне, заключается в том, что армия обороны Армении так и не была приведена в полную боевую готовность. Ошибкой стала и плохая подготовленная контратака в направлении высоты Ля-Ля-Тепе, сказал он на встрече с жителями Гориса, передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения. Помимо этого, по его словам, промахом стало задействование 1-го армейского корпуса в первые же дни боевых действий. С точки зрения Хачатурова, этот корпус нужно было держать в резерве.